Goye Dino. Derdimi anlamıyor. Öyle mi olacak? Всем привет, и про нового просмотра продолжаем проводить Assassin's Creed. Ну чё, пойдем сразу к Васику. Убегает тут строительство, что ведется. Так, тихо, охранник. Не пали меня, охрана. Нам сюда надо. Наверное, все же кто-то местный. Я показалась. Вот и здравствуйте. Начинаем квест. Рад тебя видеть, отцу. Нам будет о чем поговорить, если я доживу до завтра. А что можешь не дожить? Мы узнали, что византийцы собираются проникнуть во дворец Топкапи после возвращения принца Сулеймана из Хаджа. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И каков наш план? Кердешим, это не твоя война. Не стоит тебе лезть в атаманские разборки. Византийцы нашли ключ под дворцом Топкапи, и я хочу выяснить, как. Эцо, мы хотим защитить Шахезада, а не допрашивать его. Доверься мне. Просто скажи, куда идти. Главные ворота Топкапи. Мы переоденемся в артистов и войдем внутрь. Дельная мысль. Встретимся там. Так, это я понял. Принять, а нам как делать? Нам проходить через это говно как? А ты что делаешь? Не хочешь идти? Ну ладно. Как хочешь. А, вот побежал ты. Вот падлу взять из КТБР. Почему они так называются, взять из КТБР? По идее, не так должно быть. Это голуби, которые как раз они находятся. Прям у меня дротика яду мало. А это вообще офигенная штука. Здравствуйте. Ой, блин, а. Это же очень опасно. Определенно, он не в ладах с головой. Да, вообще, мы не дружим с головами, когда в жизни. Надо пробегать было отсюда. Ну и где они находятся все? Блин, мне показалось, мы оттуда шли. Вот это пу... А, мне показывают пустыню как будто, а это не... Ай, куда ты все прыгаешь-то? И куда он все прыгал? Блин, ну чё здесь такая здесь невезуха-то? А вот и я, да? Прибежал на точку. Итальянские артисты. Мне это понравится. Во. Супер. Лети! На... Глушите чего? Как надо глушать-то? О, здорово. А что с ним будет делать-то? Здравствуй, ассасин. Это я все понимаю. Герой могучий защитит всех нас от притеснений.
Э, ассасины. О, а эти нас не видят. Готово. Так, что у нас здесь? Фигово. Надо этих идиотов убить, они за этой стеной, да? Ну тут охрана ходит, я вижу. Надо еще троих вынесить, и все будет нормально. Герой могучий! Разве нет правил приличия, запрещающих так себе вести? Ай, блин, я убил его! Блин, я не хотел убивать его. А я хотел только оглушить его, блин. А, мы здесь, это супер. Ну залезь в эту фигню, блин, а. Так, меня не видит, это супер. Вот почему ты то хочешь, то ты не хочешь сбираться, то ты хочешь сбираться, то ты живешь своей жизнью, а? Наш герой, он лучше всех. Фортуна ему улыбнется. Злодей всех он истребит. А почему он спит-то, ё-моё? И все. О, супер вообще просто. Ну ты на это не похож. Видок у меня хуже обезьяны. Мой клинок в этой одежде не спрятать. Ты вооружен? Насадиль, указывай нам цели, а мы там разберемся. Блин, ничего указывают цели, чуметь просто. Ты умеешь на ней играть? Ну так, умел немного в молодости. Ты когда-то был молод? Минус 800, а за что минус 800? Венецианский дождь, злодей и дурачина, от злости чу... Сюда нельзя, слышишь, чего говорю? Проваливай отсюда! Пердонаты, бонсеньоры. Мы артисты, пришли выступать. Любой дурак может таскать с собой инструмент. Пошел вон! Так, нажмите это. Хуже только коты. Прекрасная Флоренция, золотые солнце лучи. Что это? Здесь отважные кавалеры, а дамы их горячи. Юный Чезаре хвалился, меня не убьет человек. Как он летел с высоты, я орал. Ладно, проходи, докучай гостям своей игрой. Пьяные чары. Так, нам нужно найти ТБРов здесь. Жизнь музыканта непроста. Порой такая мука. Играть для публики в глазах, которой только скука. Жизнь
музыканта непроста. Порой такая мука. Играть для публики, в глазах которой только скука. Отвлечение, двигайте. Да блин, ну это хорошо, конечно. Ну ладно. Я в Форле был однажды, она была моею. Отдалась мне ради дела, а мне довольно тело. Порою, чтобы мир спасти, вечно удивляюсь. Простите, парни. Тихо я, рифмой забавляюсь. Так. Вот в Ерипации негодяй, мерзавец и подлец. Подонок, псих и грубиян, ну прямо как отец. Все, все, готово. Я вас славил бы. Здесь вроде чисто. Но я не вижу Сулеймана. Иди за мной. Да ё-моё, куда еще дальше-то, иди глубже. Чезаре думал, на земле никто ему не ровня. Разбился на землю, упав, печаль. Ну что, посмотрим дальше, а что вот тут. Вот и торжество. Сулейман, внук султана, правитель Кафы. А ведь ему всего 17. На корабле он представился мне учеником. А это кто? Его дядя Шахизаде Ахмед, любимый сын султана. Он уже приготовился унаследовать трон. За жизнь, за здоровье. Идем. Нам надо найти византийцев. Тара-тара-тара-тара. А что, мне за ними идти, Шира? Спасибо, что пришел. Где вы судить? На друзей ее посмотри. Если увидишь таких... Мы еще поговорим. Лучше глаза протри. Пока Родриго папой был, он был непогрешим. Ты хорошо играешь, спасибо. Котел для Борджиа души. Неплохо, спасибо. Жил на свете лучшего, мерзавец и распутник. Если встречу я его, схлопочет рукоблудник. Мы еще поговорим. Одет я словно кол. Спасибо, что пришли. Прячусь и пою. Давай, быстрее, быстрее, это убьет, убьет его. Своих сейчас беспечно я плюю. Это убил им пофигу, он там лежит. Добрый вечер. Надеюсь, вам здесь нравится. Сколько любовников нужно Лукреции, нами достойны почтения. Лукреции нужно братьев побольше, странные у нее предпочтения. Я беспечный менестрель, пою про страсть и нежность. А если я сфальшивлю, бей меня в промежность. Я пою по-итальянски, и меня вам не понять. Греческих я слов не знаю, а турецких знаю 5. Спасибо.
Он обычным человеком катался, оказывается. И вот пред вами я пою, пустую время трачу. Такой необычный звук. А вы рады, дурачьё. Я очень рад, что я сейчас заплачу. Железная дама Романии, розы из камня и стали. Добрый вечер. От твоей надеюсь, красоты вам здесь нравится. Мертвецы из могил, словно живые восстали. Ну все, готов уже, мы четырех убили. Суйкасче, Суйкасче! Всем покинуть двор! Принц Сулейман, уходим! За ними! Эцио! Ну! Нифига ты убил его! Рад видеть тебя снова, мио бел менестрелло. Я правильно сказал? Вполне. Я слышал, вы еще и правитель. Чем же вы не занимаетесь? Разговорами с незнакомцами. Принц Сулейман. Эцу аудиторе. Принц, вы ранены? Кто твой командир, солдат? Тарик Барлетти. Он отлучился по делу. Уберите труп, проводите гостей. Потом вызовите Тарика ко двору. Да, мой принц. Тарик Барлетти, капитан янычаров. Личной гвардии султана. То есть семью султана они не охраняют? Как видишь, не слишком хорошо. Эцио, у тебя есть минутка? Хочу услышать твое мнение. Да, только переоденусь сначала. Гюзель, как будешь готов, подходи. Очуметь, мы еще с ним будем общаться. Нифига 800 дали, 2000. Так, это надо было дополнительное задание, да? А то запасом что-то вообще у нас есть. А, мы здесь уже, а задание где у нас? А где за книжки какие-то у меня нарисованы? А, вот и задание. У нас здесь. А книжка вот здесь у нас. Воспоминания Софии. Фигово. Так, ну ладно. Давайте я сюда залезу, на эту фигню. Трансформируюсь, посмотрю, что тут есть. А где это находится? Кто это такие вообще? Вот это поворот! Нифига себе, вот это да! Вот это деньги попёрло. Вот она, наша. Рога башни, которую я хочу залезть. Прикольная штука. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь можно залезть. Ну, здесь же. Он же так быстрее. Ну ладно, фиг с ним. Это прям специально для нас сделали, да? Небо черное. Ночью у нас уже, да? Ну и чё, как тут залезть? Не, отпускать нельзя. Вот это поворот событий, я не думал об этом. Не, правда, как всё залезать-то? Он не хочет. А там почему нет? Осмотрим. Все.
5 из 22 мы тут все сделали. Так, я хочу на карту посмотреть, что-то у нас тут вообще открылось. А, вот, а это что такое? Кузница, а я тут ничего не могу покупать. А может потому, что не могу покупать, потому что не моя зона, в этом случае. Вот тут-то моя зона, получается. А вот задание, а это мы чуть позже успеем, воспоминания. Так, ну ладно, я думаю, давайте до него добежим. А давай вот до него. Посмотрим, что там завербовать. И купим себе что-нибудь. Завербуем себе ассасина. Всем жителям империи в эти смутные времена. Он не сомневается, что скоро придет. Не дадите монетку. Нет их. У меня монетки не существует. Вот уже почти добежали. Задание уже следующей. Будем серии с ней проходить. Это прикольно тоже задание было. Ну, вот этот принц, который на корабле нам попался. Ну, что-то странно, у него охрана. О, деньги помещены в банк. А вот, а я искал, где их найти. Тут написано, что помещены в банк. Ё-моё, что я первый раз не заметил эту надпись-то, а? У нас 1600 еще в банке лежит. Ну, там до 5000. Купец. Это что такое у нас здесь? Отложи нож и отпусти его. С вами, Господь вам поможет. Мы с вами, друг. Господь вам поможет. О, нет, не посмеешь. Ты что, он сдох, что ли? Убийца! Чудовище! Да блин, а он помер, да? Фигово. Тут рядом еще где-то есть ассасин. Блин, фигово, я... Ну как он может в воду упасть и сдохнуть? Очень проблема. Здравствуйте. Банк тут работает? Нет, банк не работает. Я так понял, что и чем больше мы это... Прошу меня извинить. Нужно уходить. Боже, сохрани. Еще один наемник. Вы не уйти! Боже, сохрани. Кто может? Надо уходить отсюда. Вышли, спаси меня! А где ассасин-то, я не пойму. А почему я-то враг вам стал-то, а? Надо вести дядю. Схватите его, живо! Что-то я не понял юмор вообще. Простолюдинам сюда нельзя! Простите. Я не хотел. Еще. Разойдитесь! Мы найдем его! Ага! Теперь ты умрешь! Он здесь внутри? Нет, здесь ничего нет. Мали о быстрой смерти! Блин, фигово. Ну как же нам поймать? Ну я понял, блин, а те ассасин куда он пропадает, я не понял. Вот ассасин был, там ассасин. Ну давай сюда, знаешь, придем. Сейчас я сначала книжную лавочку. И давайте сначала банк куплю все-таки. Я хочу банк купить. А потом к нему пойдем, к этому ассасину. Хочу посмотреть, как нанимать еще раз. Вот он, человек, который меня на ту сторону перекинет. Готово. Да-да-да, переплав. Пожалуйста, меня. Так, мы теперь здесь.
Ты бежим до банка, возьмем себе банк, купим себе. 3000, я думаю, мне хватит до начала там. И деньги там как раз возьмем. Как мы откроемся, мне хватит денег. Простите, дамочка. Тут больше прибыль будет зато приноситься мне. Пожалуйста, пощадите меня, господин. Да блин. И какова причина такого поведения? Здравствуйте. Где-то тут вообще город, фиг чё поймёшь, блин, на самом деле. Так, вот он, банк этот. Изучить. Да, конечно, понимаем. Покупаем себе банничек. Хотя, по идее, должно по 1900 за каждые 20 минут тебе увеличить мне доход. Супер, вообще просто. Обновление банков. Так, заходим в банк. Вот, забрать деньги. Теперь 7500 тут можно накапливать. Так, теперь надо посмотреть еще что-то. Тут еще есть кузница рядом. Да, блин. Хочу еще кузницу купить. Потом туда пойдем уже. В любом, если новую кузницу покупаешь, у тебя новая броня появляется. Ну, хоть 4000. А вот и кузница. Конечно, покупаем за 926. А, что это такое? А, я вот не знаю, что за валюта у них здесь. Теперь 2175 мне приносит денежки. У меня остался товар еще с прошлого года. Готов уступить по сходной. Сейчас вот на этом острове все возьмем. Чинить все. Так, понятно. Доспехи, оружие. Вот доспехи, что у меня есть. Во, вот это вот. Сколько стоит? 1000. Я согласен с этим делом. Покупаем. Арбалет. Не, у меня таких денег вообще нету. Вы останетесь довольны, обещаю. Противодействие, чё? Что-то я не понял, что там есть. Ну ладно, фиг с ним. Так. И давай до ассасин добежим. Не, давайте сначала туда добежим. Я этот... пообщаюсь с ним, чтобы он меня это... убавил. Мою репутацию. О, а он пропал. А не про... а, не, вот он. Здравствуйте. О, господи. А из-за чего у меня увеличилась, интересно, моя репутация-то? Фиг его знает, да? Ну ладно. Вот 1800 мне осталось, нормально пойдет. Блин, тот ассасин потеряли мы. Очуметь просто. Два, другой такой тоже пропал. Да отпустись, ё-моё. Здесь здорово. А чё такой раненый? Прошу, помоги. Найди того, кто сделал это со мной. Тебе срочно нужен лекарь. Нет, нет времени. Тот, кто сделал это, ищет мою жену и дочь. Если он найдет их, Бог знает, что он сделает. Во имя справедливости, друг мой, прошу, не дай ему убить мою семью. Че это такое? Этот человек сильно пострадал от одного злодея. Его найти уничтожил опасность. Я постараюсь. Ну давай сделаем. Только время уже у нас подрез, ну ладно. Попробуем помочь, чему он мне будет ассасином, и все.
следующую пятницу архитектор Ян Кемпкинс из Дельта проводит семинар о современных методах. А чё такие вообще? Я убил случайно обычного жителя. Нифига, я сквозь пошел. Все готово. Видишь, репутация поднимается, ужас. Все, внизу. Я слышал, они целиком вырезали кора... Тихо, тихо, угомонись, ты уже про нас такое говорите. Да блин. Погнали здесь, значит. Ну, давай, собирайся. Супер вообще просто. Ну, убил жителей просто тупо. Это вообще, это я только мастер по этому убийству. Обычным жителям. Все, дело сделано. Все кончено. Как твои раны? Раны пройдут. Главное, что моей семье ничто не грозит. Чем отблагодарить тебя? Присоединяйся к нам, когда поправишься, брат. Нам всегда нужны люди чести. Да, друг мой. Обязательно. Все готово. 100%. Даже хоть я убил и своего же, их не жители обычно. У меня есть особая мазь на основе гранатов и... Так, атакуйте Бастен Бэр, и вы сможете привлечь в свою гильдию больше. Итак, чем могу помочь? Ну, это я потом уже посмотрю. Так, мне нужно лекарство. Я тоже нужен. И лекарство. А, лекарство есть. Все, супер, вообще замечательно. Но я всегда говорю, лучшее лечение это... Так, смотрим. Тут что-то есть у меня? Снаряжение, база данных, настройки. Нет, тут только карта. Самая основная. Вот это чуть позже я фрагмент посмотрю, что это за фрагмент. Потом надо сюда сгонять. Вот это нам открыть. Вот это открыть. Ну вот это дорогая штука. Вот доход в Константинополе 7% на всего лишь. Вот тут закрыто, потому что мы не владеем этой территорией. Как здесь, вот видите, мы владеем территорией, у нас есть все. Можно так сказать. Мы когда они нападают, ну, я думаю, скорее всего, мы пойдем. Следующая серия, не знаю, где будем. Здесь или здесь сходим. Или сразу на квест пойдем. Ну, это, конечно, может, на квест. Ну ладно. Я думаю, на этом мы уже заканчиваем. Увидимся в следующей серии и других прожим. Всем вам удачи вам и пока.